Здравствуйте всем, дорогие друзья! Сегодня будет очень грустное, печальное видео о моей жизни, о моей абсолютной невостребованности у женского пола. Ну, как вы знаете, вчера наступила весна. Весна – это время, ну когда хочется жить, ну когда хочется любить. Оно абсолютно в любую пору года. Моя любовь абсолютно невзаимная. Моя любовь абсолютно безответная. Ну, кому бы я ее не предлагал, то есть, ну, кому бы я не предлагал встречаться, то есть, все девушки абсолютно всегда не отвечали мне взаимностью. Ну, то есть, ну, для начала, чтобы вы, ну, поняли всю трагичность моей ситуации, то есть, я, ну, думаю, вы уже заметили мою внешность, ну, то есть, мне абсолютно не повезло с внешностью, мне абсолютно не повезло с ростом, ну, то есть, на сегодняшний день, ну, почти что за 30 лет, ну, то есть, я могу с уверенностью, ну, констатировать, что у меня никогда не было девушки, то есть у меня никогда не было отношений, я никогда ни с кем не встречался, и не потому что, и, ну, там, я, ну, какой-то самодостаточный, не знаю, там, но, как бы, ЧСВшный, что я, там, например, не хочу отношений, нет, я во все времена своей жизни, ну, по сути, в любом возрасте очень сильно хотел отношения, ну, отношений со мной не хотел никто, но, то есть, вот, что вы, ну, понимали, ну, то есть, у меня, ну, косолазие, у меня заикание, у меня, ну, рост всего лишь, ну, 1,50 м. Я думаю, что вы уже, ну, поняли, что в наше время, да и, по сути, во все времена с такими характеристиками, ну, то есть, на любовном фронте абсолютно ничего не светит. То есть, есть, что самое главное, абсолютно невозможно что-то и изменить, ну, то есть, вот, ну, давайте начнем вот, ну, по порядку, то есть, свою невостребованность у женского пола я заметил еще, ну, по сути, в самом раннем, ну, детстве, то есть, еще в те времена, ну, когда даже вот, ну, между детьми, там, я не знаю, там, в школе, не знаю, там, даже в садике уже возникает, ну, первые симпатии, там, у некоторых взаимные, у таких, ну, как я, абсолютно невзаимные, но безответные, неразделенные. И вот я еще в те времена, ну, то есть, чувствовал, что я никому не нравлюсь. То есть, я не то, что никому не нравлюсь, а, ну, ко мне все окружающие девушки испытывают абсолютно отвращение. Ну, потому что даже в таком, в детском возрасте, ну, то есть, уже ну, бросались в глаза мои вот эти дефекты внешности, мои дефекты, ну, рост, ну, потому что вот это абсолютно невозможно скрыть, и, ну, зачем вот это скрывать, ну, то есть, мне вот, ну, часто в комментариях, там, ну, пишут, например, ну, почему ты, там, например, не носишь, ну, какие-то солнцезащитные очки, а я не вижу в этом никакого смысла, то есть, я хочу, чтобы все, ну, самое главное, ну, девушки, ну, то есть, видели мою, ну, реальную, ну, картину внешности, то есть, ну, поэтому я никогда, ну, то есть, не ходил ни в какой завышенной обуви, ни в каких солнцезащитных очках, ну, потому что я не вижу смысла, ну, как бы, ну, казаться, ну, тем, ну, кем я не являюсь. Соответственно, я никогда не пытался, ну, как бы, ну, показаться, ну, показать себя в лучшем свете, то есть, а только в том свете, в котором я действительно являюсь, вот. В общем-то, ну, дорогие друзья, дальше, то есть, шла школа, в школе уже там, особенно, там, ну, не знаю, там, в 7-8 классе, ну, то есть, уже там, наверное, большинство начинает встречаться, особенно в наше время, то есть, у большинства там, в том числе, возникают, например, серьезные отношения, то есть, многие вот люди, например, еще со школьных лет начали встречаться, и в итоге вот во взрослом возрасте, ну, то есть, они там женились и создали семьи, а у меня вот этого никогда не было, то есть, в школе мне, ну, тоже ни одна девушка не отвечала взаимностью, в школе я чувствовал себя абсолютно никому не нужным, то есть, я, ну, конечно же, ну, пытался, как бы, познакомиться с кем-то, там, с одноклассницами, там, не знаю, с девушками из других классов, но ни одна девушка, то есть, не отвечала мне взаимностью. И, ну, вот, знаете, есть вот такая пословица, то есть, ну, поговорка, что не ешь там, где ты ходишь в туалет. Ну, конечно, знакомиться
в школе вот это далеко не самая лучшая идея, да, и по сути вот это, ну, касается всего, то есть там на работе, в институте, то есть если, например, наступит вот такой, ну, по сути, неизбежный момент, то есть, ну, когда вы, ну, расстанетесь, то, ну, как бы, вот, да, но потом все вот это недосказано, то есть оно выливается в конфликт, и, соответственно, находиться там в каком-то в одном, ну, месте, то есть между ну, бывшими, ну, партнерами, то есть очень сильно психологически тяжело, то есть из-за вот этого, то есть возникают ссоры, возникают скандалы, ну, а если не знакомиться, там, например, в каких-то, ну, кругах, то есть невольно возникает вопрос, а где же знакомиться вообще? Но где бы я ни знакомился, то есть абсолютно ничего не менялось, то есть ни одна девушка, то есть никогда не хотела со мной встречаться, то есть, соответственно, шли года, то есть я закончил школу, я закончил институт, ну, точнее, даже не институт, институт я не смог закончить из-за социофобии, но только ну, половину от, ну, положенного срока я отсидел, ну, протирал шатаны, да, и в том числе меня абсолютно ничего не мотивировало, ну, потому что в том числе, вот, знаете, там, многие ходят в институт, там, в школу для того, чтобы, ну, даже не для того, чтобы учиться, получить знания, а для того, чтобы, например, увидеть, ну, какую-то девушку, ну, которая нравится, я, ну, как бы, я не испытывал, не, ну, как бы, вот таких чувств, ну, потому что я, ну, понимал, что в этом абсолютно никакого смысла, и никакая девушка, то есть она не ответит мне взаимностью. Соответственно, любить, ну, кого-то абсолютно бессмысленно, абсолютно бесполезно, ну, потому что, ну, то есть, любовь, ну, то есть она, ну, приносит удовольствие только в том случае, если она взаимна, а у меня, ну, такой любви никогда не было. Дальше вот я закончил, ну, ПТУ, и там уже знакомиться стало еще, ну, более тяжело. Ну, а с другой стороны даже легче, потому что я, ну, понимал, что, ну, теперь у меня, ну, развязаны, ну, руки. То есть я могу знакомиться, там, например, через интернет, и не будет вот таких, ну, потенциальных, ну, каких-то, там, например, скандальных, ну, конфликтных ситуаций, ну, когда, например, если бы я начал бы встречаться с одноклассницей, и мы бы, ну, расстались, то, ну, потом бы, ну, было, ну, как-то некомфортно ходить, там, в школу ходить, в ПТУ, в институт, ну, мне это абсолютно не грозило, ну, потому что, как я уже сказал, то есть за все время, то есть я, ну, кому, ну, только не предлагал бы встречаться, то есть ни одна девушка никогда не отвечала на мое вот такое, можно сказать, ну, не, ну, мягко скажем, не заманчивое, ну, предложение, ну, потому что зачем, ну, какой-то, ну, девушке я, если она может найти высокого, ну, красивого, я часто слышу, то есть, ищи себе, ну, подобных, ищи себе, ну, равных, ну, вот это абсолютно не актуально в наше время, ну, потому что, ну, какая бы ни была девушка, то есть, даже если она, ну, тоже, ну, то есть, вот такая, ну, как я, то есть, с косолазием, там, например, заиканием, то есть, вы все равно, ну, то есть, абсолютно любая девушка может найти, и самое главное, ну, конечно же, ну, предпочтет встречаться не себе, ну, подобным, вот таким, как я, она предпочтет встречаться с высоким и, ну, ну, красивым, то есть, зачем, ну, как-то осознанно и соглашаться на, ну, на такие ну, невыгодные для нее условия, но когда она, ну, может, ну, получать удовольствие от отношений, встречаясь с высоким и с красивым. Соответственно, но, дорогие друзья, начиная с возраста до 20 лет, я, ну, пытался знакомиться в интернете. Вот это абсолютно ни к чему не привело, ну, потому что, ну, кому бы я ни писал, ни одна девушка не соглашалась встречаться. То есть, знаете, вот иногда есть вот такое чувство, то есть смотришь на фотографию, ну, какой-то девушки, и вот, ну, почему-то, ну, кажется, что она согласится. Ну, вот это, ну, предположение, вот это, вот эти мысли, ну, то есть они всегда были обманчивы. Вот это, ну, была лишь
иллюзия, потому что, ну, какой бы там, не знаю, ну, добрая девушка не казалась, ну, то есть ни одна девушка никогда не соглашалась встречаться с таким, ну, как я. То есть, да, все вот это могло, но как бы, ну, между нами, ну, быть, ну, какое-то чисто дружеское общение. Ну, когда я, ну, предлагал ей что-то больше, то есть вот эта, ну, девушка сразу в ту же секунду с таким недоумением, то есть она, вот, ну, вот я, ну, по сути, ну, по ее лицу читал ее мысли, и вот в ее, ну, мыслях, ну, было следующее, ну, то есть она говорила, вот, да как ты только мог, ну, подумать, что я, ну, буду с тобой встречаться, то есть, ну представьте, ну, как вот за одну секунду менялось ее отношение, ну, ко мне, то есть она воспринимала меня, ну, только как, ну, друга, то есть абсолютно любая девушка, то есть в лучшем случае воспринимала меня, ну, только, ну, как друга, ну, зачем мне дружить с девушками, то есть я хочу встречаться с девушками, то есть я хочу с ними отношения, я хочу с ними обниматься, целоваться, я хочу с ними заниматься сексом, а в дружбе вот это все абсолютно недоступно. Ну, разве что, ну, только высоким и, ну, только, ну, красивым мужчинам, с которыми, ну, девушка, ну, будет готова даже, там, например, если они, там, вот эти мужчины, ну, то есть не соглашаются с ним встречаться, но, тем не менее, вот эти мужчины, ну, просто-напросто, ну, то есть, ну, могут пользоваться всеми, ну, преимуществами отношений, даже не находясь в отношениях, ну, то есть они чисто, ну, по-дружески могут заниматься сексом с этими, ну, девушками. Ну, увы, вот эти все высокие и, ну, красивые мужчины, ну, то есть они, ну, полная противоположность меня, соответственно, со мной никогда, ну, девушка абсолютно никакая не стала бы, как бы, дружить и, ну, предоставлять, как бы, доступ к телу, ну, потому что даже хотя бы отдаленная, ну, мысль о занятии сексом со мной вот у любой девушки вызывала бы, ну, тошноту и рвотный, ну, рефлекс. И, ну, конечно же, очень больно, очень обидно жить, особенно сейчас, вот, ну, когда весна, то есть, ну, бушуют гормоны, то есть обострение всех вот этих чувств, а главное чувство человека, ну конечно же, любовь, то есть любовь, влюбленность, то есть любому человеку так или иначе хочется быть, ну, то есть хочется любить и быть любимым, хочется быть, ну, кому-то нужным, и я говорю не о, но, ну, каких-то, ну, таких эфемерных, там, например, ну, понятия, как, например, с кем-то, ну, дружить, там, находиться в компании, ну, то есть мне это все абсолютно не нужно, вот часто можно слышать еще там, например, вот, ну, когда я говорю, что меня никто не любит, и вот от окружающих, там, не знаю, с целью успокоения можно часто услышать, то есть, ну, так люби себя сам. А как я могу любить себя сам? То есть я что, и сексом с собой должен заниматься сам, что ли, и, ну, не знаю, там, целовать сам себя, не знаю, там, например, целовать зеркало и обнимать себя вот так, что ли. То есть вот это все говорится, но только с целью, чтобы еще, ну, больше указать мне на мою ущербность. То есть я не хочу, ну, как бы, любить себя. И если я, ну, полюблю себя, то есть, ну, ко мне от этого, ну, то есть меня от этого не начнут любить, ну, девушки. И абсолютно, что бы я ни делал, то есть, но какие бы я, ну, действия, усилия не прилагал, то есть мне абсолютно ничего за все время не помогало. То есть можно очень часто услышать совет, там, не знаю, запишись в качалку. Я ходил в качалку за свою жизнь очень, ну, длительное время, мне это все абсолютно никак не помогло. Не то, что, ну, то есть не увеличило мои шансы, а вот, ну, точнее, вообще никаких изменений я не заметил, то есть все, но также я был абсолютно незаметным для всех девушек. Я, ну, как бы, ну, пытался изменить свой внешний вид. Я, ну, пытался, как бы, ну, купить себе, ну, какую-то одежду, там, ну, казалось бы, модную. Я, ну, пытался ходить в барбершоп, то есть я
ну, как бы всячески, но пытался и заменить себя внешне, там, ну, делал, ну, различные, ну, прически, ну, шату бы я не делал, все это было абсолютно, ну, бессмысленно и бесполезно. Ну, потому что не и изменишь самое главное, то есть внешность, ну, то есть в моем случае справить, ну, косолазие абсолютно невозможно. В моем случае избавиться и увеличить рост абсолютно невозможно. И никакие методы мне уже абсолютно не помогут. Вот знаете, как говорится, горбатого, ну, только могила и справит. И очень больно, очень обидно. Фактически слезы на глазах. Но каждый раз, ну каждый день, ну каждую секунду вот этой жизни, ну когда я, ну, понимаю, что я никому не нужен. И никакая девушка никогда не сможет, ну, полюбить меня, и никогда никакая девушка не ответит мне взаимностью. В общем, если вы согласны со мной, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.